Если говорить о послевоенной истории Русской Православной Церкви, то владыка-митрополит Никодим был наиболее яркой личностью, значительно повлиявшим на многие стороны тогдашней церковной жизни. И в первую очередь на характер церковно-государственных отношений. Церковь, пройдя через жесточайшие гонения, связанные с потерей свободы многих иерархов, священнослужителей, прошла через годы войны, несомненно, став сильнее. Потому что многие осознали, что именно Церковь является духовной силой, способной в том числе и помогать людям переживать самые тяжелые внешние обстоятельства народной жизни, связанные в том числе и с военными действиями. Вот эта эпоха военная сменилась, казалось бы, благоприятным временем для жизни Церкви. Но это благоприятствование длилось очень недолго. И началась эпоха новых гонений на Русскую Православную Церковь, которые вошли в историю как хрущевские гонения. Я хорошо помню это время, как стали закрываться монастыри, храмы, как принуждали слабых и в чем-то провинившихся священнослужителей к публичному отречению от веры, как приобрела совершенно радикальный, какой-то даже истерический характер антирелигиозная пропаганда. Хорошо помню, потому что уже тогда я учился в школе, и каким-то образом эти холодные ветры касались и меня, верующего школьника, который не вступал в пионеры не потому, что он был против системы, а потому что, как сказали мне учителя, в пионерском галстуке я не смогу пойти в храм Божий. И тогда я выбрал храм. Говорю об этом именно для того, чтобы подчеркнуть, что церковь находилась в изоляции. Церковь находилась в некоем гетто. И многие считали, что, ну, остались короткие десятилетия, и все закончится.